Комплексный ремонт одной из самых оживленных улиц микрорайона Киевка начался еще вчера. Уже сегодня на части дорожного полотна уложен выравнивающий слой асфальта. Вскоре рабочие приступят к верхнему. Задействовано несколько единиц спецтехники. Асфальтоукладчик, пневмокаток, погрузчики. Работа в буквальном смысле кипит. Когда эта транспортная артерия будет готова, дорожники займутся укладкой обочин. Мы обеспечены полностью, укомплектованы. У нас свои мазы, грейдера новые. Вот сейчас недавно тоже вот белого грейдера нового купили. У нас мы укомплектованы полностью. Но просто что очень много работы, поэтому уже идет со стороны привлечения мышеукладчиков. Автолюбителям стоит заранее выбирать пути объезда и быть готовыми к возможным пробкам. Но дискомфорт, уверяют специалисты, ненадолго. Дорожно-ремонтные работы ведутся интенсивно. Полотно будет готово в кратчайшие сроки. На данном участке асфальтная реставрация завершится в течение 2, максимум 3 дней. К слову, проведение ремонтной кампании на данном участке дорожного полотна назревало годами. Очень страшная дорога была. Здесь, видите, вокзал, как бы такое насыщенное населенное место, поэтому тут, здесь давно уже требовался, дошли руки сюда. Там много таких улиц, я список тысячелетия видел, там очень большой список. В Бресте уже давно принято решение проводить вместо классического ямочного ремонта дорог сплошное асфальтирование. Обусловлено это рядом причин. Главная проблема ямочного ремонта – его недолговечность. Кстати, на днях брестские рабочие завершили работы по сплошному асфальтированию на улице Есенина, 2-й Белорусской, Межевой, Краснознаменной и Бархатной. Решился проблемный дорожный вопрос и в Вычелках. В перспективе приведения в порядок улицы Мопра и Гагарина.